Мингалёва в деревне Преображенко с 1969 года. Екатерина и Анатолий познакомились на трудовой студенческой практике в Загваздино. Он меня поразил, как говорится, с первого взгляда. Я его увидела и влюбилась в него. А потом в институте, когда мы приехали уже в октябре поздно, начали, значит, тренировки. В марте 1973 года сыграли свадьбу, а на участке около дома в честь рождения новой семьи посадили кедр. Через пару лет ему исполнится 50 лет. С годами к сибирскому исполину присоединились кедрики, их сажали в честь внучат. Вот здесь у нас Ярик, ему 10 лет, а следующий там подальше растет Вова, но ему еще полтора года, он маленький. А там вот за зданием растет Кирилл, он уже большой, 23 года ему. Семья возделывает более 40 соток земли. Он достался Екатерине Александровне от родителей. Удивляет здесь обилие и разнообразие посадок. Есть привычные плодово-ягодные культуры, а также арбузы, лесная голубика и даже тыква со вкусом абрикосов. Это голосеменная тыква. Рекомендую всем. Посадки очень быстро растет, хорошо плодоносит, со вкусом абрикоса. Можно готовить все из нее, и каши для деток, особенно маленьких. Пока супруга ухаживает за растениями, глава семейства заботится о курах, пчелах, косит траву, собирает мед. Еще одна визитная карточка семьи – лыжный спорт. Дети с пеленок присутствовали на тренировках, а первые шаги совершали в лыжных ботинках. Все дети пошли с нами по жизни, по спорту. Всех мы привлекли их к занятиям, потому что надо было и работать, и тренировать детей, и детей некуда девать было, они всегда были при нас. Потихоньку, и они стали приносить нам спортивные результаты. Семейная династия Мингалёвых внесла большой вклад в развитие лыжных гонок и биатлона в Тобольске. Родители уже 48 лет вместе. Им вручили медаль за любовь и верность. В этом году семья вошла в число победителей всероссийского конкурса «Семья года 2021» в номинации «Семья – хранитель традиции». Секрет их семейного счастья прост. Уважение друг к другу, в первую очередь. И надо, чтобы интересы как-то совпадали обоих, тогда семья будет крепкая и дружная. Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже шестой раз. В этом году победителями стали 85 семей из разных городов России. Среди них и Мингалёвы. Они будут представлять Тобольск на торжественном мероприятии в ноябре. Наталья Китова, Михаил Курич, Тобольское время.